женщина, законопослушная, с двумя собачками на поводке, никто к ней никаких вопросов не имеет. Вот. Не то, что было с утра. Маленькие, хорошие собачки на поводке. Так и должно быть. У нормальных людей законопослушные. Вечером воздух, конечно, у нас замечательный вечером, очень прохладно и ветрено. Довольно хорошее освещение. Вот там вдали дома. Конечно, это очень полезно для здоровья перед сном. Вот так вот прогуляться часик. Очень полезно для успокоения нервной системы. Я уже не говорю о физической нагрузке. Сегодня у меня утром поднялся адреналин. Я рассказывала в своем видео о том, как люди ходят с собаками гулять без поводка, что просто возмутительно. А вот и такая новость, значит, людям заплатило государство от 750 шекелей до 1500 шекелей, оно перевело на счет, это как компенсация за ущерб моральный коронавируса. Вот. Написано, что 4 августа вам перевели на счет в банке, подарок 1500 шекелей. Желаем здоровья, добрыха, бриют. Хорошо, машины тут не ездят, так что можно спокойно идти, не беспокоясь. Вот. Сейчас еще один персонаж прошел с собакой без поводка, но увидел меня с телефоном, молча, быстренько пристегнул. А все потому, что человеческий эгоизм, такой фактор. Людям плевать на других людей. Вот, и поэтому они делают то, что хотят. Думаю заскочить в магазин в Израиле. Значит, магазины закрываются, супермаркеты в пятницу в обед, а открываются в субботу вечером в 8 часов вечера до 10. То есть у людей есть 2 часа, чтобы сгонять в магазин. Ну, русские магазины, конечно, открыты. Они, у них вообще нет выходных. А вот израильские нет. Поэтому торговый центр сейчас открыт. И думаю зайти купить тортик. Вечером, конечно, хорошо гулять. Хоть 3 часа гуляй на улице, но днем больше полчаса невозможно на жаре продержаться. Раньше наш городок был полон туристами, а с Германии приезжали. А сейчас все пусто. Это мои знакомые прошли. Да.
Так, а что тут открыто? Тут открыто кондитерская. Хоть кондитерская в субботу вечером открывается. Правда, ничего нет. Ну, тут жизнь более оживленная вечером. Кафе открытый. Отдыхают люди. Ну, русский магазин вообще не закрывается. 7 дней в неделю работает. Только ночью не работает. Мороженое. Мальчик молодец, ходит с собакой на поводке. Наша центральная площадь. Обычно тут иногда выступают коллективы музыкальные, концерты, но все отменено. Дети катаются на самокатах, на велосипедах. Обычно у нас тут есть фонтан, но его почему-то в последнее время вообще не включают. Не знаю, с чем это связано. Экономят воду. Так, ну все, всем пока. Какие цветочки. Верите? Такая скамеечка с клумбой из цветов и деревцы. Вот еще таких 4. Возле банка. Видели, какая жесть? Сидят 2 алкаша, бомжа. Один даже срыгнул, не успела заснять.